Привет, я Павлюченко Игорь, стилист Осипов и Миш-студии на Фуштатского 18, автор и ведущий тренинга «Короткий, средний, длинный» КСД. Я приглашаю вас к нам на тренинг, на котором вы ознакомитесь с 12 техник стрижек на любую длину волос. Эти стрижки мы используем в своей работе каждый день. Они позволят вам завоевать новых клиентов и удивить своих постоянных. Привет, меня зовут Селезнева Ирина, я стилист и Миш-студии Дениса Осипова и тренер сети. Наш тренинг как для начинающих, так и для опытных мастеров. Если вы хотите узнать нюансы в создании линии, в построении формы, в выполнении укладки, если вы испытываете даже такой некий творческий застой в профессии и при этом имеете большой опыт работы, то наш тренинг также и для вас. Всем привет, я Оля Светлая. Я прошла все 3 блока тренинга Игоря Павлюченко. Я просто в полном восторге. Тренинг очень продуман, структурирован, логичен, доступная подача информации. Тренера, не знаю, охотно делятся всеми фишками и наработками, отвечают на все наболевшие вопросы. Что касаемо техник именно, то все техники, которые были на этом тренинге, они все носибельные, они все коммерческие, исполняются довольно быстро. Всем привет! Я посетила тренинг КСД «Короткий, средний, длинный». Это, безусловно, очень полезный тренинг. До него я стригла больше интуитивно, было очень много вопросов. На тренинге на все эти вопросы отвечали и ставили руку, и объясняли, почему так, а не как-то вот по-другому. И я бы очень всем рекомендовала этот семинар, потому что сразу в работе легче, ты понимаешь клиента и делаешь классные работы. Все проборы будут расчесаны, линии подстрижены, а корни уложены, но только на нашем тренинге «Короткий, средний, длинный».